Юбилейный международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» 55-й раз распахнул свои двери для всех любителей хорошей музыки. В честь своего юбилея организаторы подготовили для своих гостей множество сюрпризов. Одним из них оказался приезд пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Вместе с Ульяновским государственным симфоническим оркестром он открыл весенний музыкальный марафон. Причем в необычном для ульяновских зрителей амплуа джазового исполнителя. Музыкантам удалось объединить в концерте сразу два разножанровых произведения – «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина и концерт номер 3 для фортепиано с оркестром Бетховена. Мне очень приятно, то, что я в очередной раз доехал до Ульяновска открывать здесь этот замечательный фестиваль, уже знаменитый, 55-й. И сегодня мы в союзе с Олегом Евгеньевичем Зверевым будем играть разную программу, как бетховенский концерт, так и «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина, которую мы уже отрепетировали. С Олегом Евгеньевичем мы знакомы не один год. Еще с тех времен, когда я жил в Иркутске, Олег Евгеньевич возглавлял наш иркутский оркестр. Очередной аншлаг музыканту был обеспечен, хотя его концерт в нашем городе проходит не в первый раз. Все билеты были раскуплены задолго до начала фестиваля. Я вот даже сейчас заходил, большая группа людей стояла и, к сожалению, не смогла приобрести билеты в зал. И я, наверное, в какой-то степени, может быть, неправильно поступил, но я очень попросил у руководителей этого замечательного культурного центра все же пропустить их и дать им возможность где-то каким-то образом посмотреть на эту красоту. Продлится фестиваль до 26 марта, а его программа включит в себя 10 концертов различного формата в Ульяновске и 5 концертов в других муниципальных образованиях региона. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.